Известный японский автоконцерн расширяет свое присутствие у нас в Петербурге. Несмотря на то, что в России спрос на новые автомобили в первом квартале упал на 2%, продажи машин Suzuki выросли почти на 20% и больше всего именно в нашем городе. Неудивительно, что Suzuki открывает у нас новый дилерский центр. На торжественной церемонии побывал мой коллега Дмитрий Тарасов. Открыть новую точку продаж в Приморском районе по адресу Коломяжский, 18, российский офис Suzuki решил еще в прошлом году. За это время российский рынок легковых авто рост не демонстрировал. Однако от планов по расширению японский концерн не отказался. Несмотря на то, что российский рынок сейчас действительно стагнировал и даже немного просел, компания Suzuki чувствует себя здесь достаточно уверенно. Наши партнеры и учредители разделяют мнение, что российский рынок является наиболее перспективным среди европейских и, разумеется, стремятся увеличивать здесь продажи. И стремятся не зря. За первые 5 месяцев 2019-го россияне купили более 2000 машин Suzuki. Это на 20% больше, чем за аналогичный период года прошлого. Лидер по доле проданных Suzuki в России – Санкт-Петербург. Поэтому и расширение сети в нашем городе кажется вполне логичным. Петербург для нас является важным стратегическим регионом с высокой долей продаж. В прошлом году мы рассматривали расширение своей дилерской сети и искали хорошего, сильного партнера. Alarm Motors соответствует всем требованиям, которые предъявляет своим дилерам бренд Suzuki. И мы уверены, что мы не ошиблись в своем выборе. Выбор на Alarm Motors пал не случайно. За 16 лет работы группа компаний зарекомендовала себя как профессионал автомобильной индустрии. Alarm Motors успешно сотрудничает с такими известными марками, как Ford, Kia и Peugeot. Компания всегда отвечала высоким требованиям брендов. Например, на приведение дилерского центра в соответствии со стандартами бренда Suzuki Alarm Motors потратил 50 миллионов рублей. Дилер верит в популярность японцев, а купить вложение планирует максимум через 3,5 года. Для этого компания намерена продавать 500 машин ежегодно. Мы заслужили годами репутацию крепкого сервисного бренда. В компании работает опытнейший инженерно-технический состав и состав мастеров-консультантов. Я думаю, что это сервис всегда был кредо Alarm Motors, и я уверен, что так и будет в первую очередь. То, что наши предложения будут привлекательными, особенно на первой стадии развития проекта, привлекательнее иных предложений дилеров как коллег, в этом я тоже не сомневаюсь. Это наша задача сейчас — привлечь максимально аудиторию к себе в дилерский центр. Сейчас особой популярностью среди россиян пользуется компактный кроссовер Suzuki Vitara. Продажи обновленной версии стартовали в конце февраля, и интерес к ней по-прежнему высок. А еще автолюбители с нетерпением ожидают выхода на российский рынок модели Jimny. Премьера должна состояться уже этой осенью. Дмитрий Тарасов, Игорь Ростовщиков, Филипп Лайшев, телеканал «Санкт-Петербург».